Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтен, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грек Теха. И провел я опять же немало времени в игре. Позанимался тем островом, много что по машинкам поставил, но об этом, конечно, будет попозже. Мы обязательно сюда сходим. Но это попозже. Сейчас в первую очередь нужно будет обдумать, что там поставить, а именно электроэнергию. Без энергии никак. Хочу поставить такую вот башенку, чтобы накапливать хоть какую-то энергию и разводить уже по базе. Но, опять же, не такую обычную и не просто переносить, а улучшить ее. Улучшить ее новенькой батареечкой. У нас есть Ultimate Battery, вот такая. И я хочу ее улучшить в следующий тир, вот такой. О. И из нее уже сделать нашу батареечку. Так, для этого нам потребуется, конечно, 8 прошлого тира. Но он у меня вроде стоял на крафте. Так. Что-то все сбилось у меня. А, ну это потому что я переносил. Там МЕ ставил. Смотрим. Угу. Так, а что-то у меня тут тоже сбилось все. Жидкость должна быть у меня в верхнем слоту. На что тут нажимать-то надо, я забыл. Вроде бы вот это. Ну-ка. Перезапишем. Да, все верно. Сразу меняем сиркуитки. 8 батареек. Ух. Ну и так по мелочи. Нормально. Записываем рецептик. По жидкостям. Да, изи. И куда-нибудь воткнем. Нам достаточно будет всего лишь одной батарейки, не больше. Так, не сюда. Там уже много всяких рецептов. Ну, давайте хотя бы тут воткнем. Надеюсь, что быстро скрафтится. И что у меня есть все ресурсы на это дело. Так, Ultimate. Одну возьмем, чтобы отсканировать. Разумеется, Research Station надо будет закинуть и смотреть. Да, у меня этого хватает. Тут у нас... Опа, хладагент. Хладагент. Капсула. И куда он, интересно, используется? Ну, помнится, раньше у меня были вот эти... Ох. Крафт хладагентов, капсул. Да, я помню, много ставил. Ну, давайте тогда уж так уж и быть, поставим еще разочек. Может, когда я переносил, я просто забыл поставить этот крафт на... Ну, точнее, эти капсулы туда на крафт. Так, хладагент. Не то, не то. А, точно. Башенки. Они же у меня в этой стороне. Там теперь у меня масса все производится. Там же стоит танк. Он у меня в основе там не зациклен. Суперкулант не то, значит, вот здесь. Хладагент, вот он. Так, потребуется нам конвейер, конечно же, здесь, чтобы туда-сюда все скакало. Экспорт, импорт. МЕ как раз снизу есть, это хорошо. Рецепт сюда воткнем и... Так, туда-сюда, да. Наполним и запишем рецептик, разумеется. Забываю постоянно про эту палочку. Хоть мы ее с вами скрафтили, но, блин, я уже привык настолько, блин, летать сам, что про эту палку порой забываешь. А когда вот начинаешь ей пользоваться, то уже автоматически это получается. Поэтому надо стараться им побольше ей пользоваться. Так. Крафт есть. И нам нужен кабель. Та-дам. Так, неужели у меня там каналы закончились? Надеюсь, сейчас прогрузится. Так, ну теперь надеюсь, что ничего не помешает нам скрафтить. Да, все есть. Поставили на крафт. Отлично. Теперь же нам нужно будет поставить на изучение, ну, прошлый тир батарейки. Так, капсулу... Ой, да. Короче, флешечка у нас есть. Вот она. Втыкаем сюда и сюда. Отлично, сколько? 24... О, ё-мо, а что так быстро-то? Непривычно. 24 тысячи всего. Когда у меня там крафты по сколько там, по несколько миллионов, да, по 4, по 8 или по 16 миллионов стояли, блин, столько времени это убил. А здесь 24 тысячи, пипец. Теперь бы узнать, сколько она будет еще крафтиться, но там, разумеется, я уйду на паузу и буду ждать, пока она скрафтится вообще полностью. Вот, по факту, смотрите, вообще копейки. Тут чуть-чуть и должно скрафтиться моментально. Ничего такого прям сверхъестественного здесь нету. 8 батареек нам надо будет. Ну, ладно. Точнее, 8 батареек скрафтится, мы сделаем в одном. Что у нас здесь? Просто у нас в рецепте там хладагент, я заметил, что вообще ничего. Вот видите? Ни туда, ни сюда. Где? Как? То есть капсулы пришли, но обратно не ушли. Там конвейера нету. А чё вы сюда приперлись-то? А, там же конвейер снизу. Теперь два конвейера будут друг с другом конфликтовать. Да, вот он, вижу. Есть конвейер, ага. Давайте пока просто снесу. Может быть, просто, когда я тенк устанавливал, там случайно он и остался. Просто не заметил я его. Всякое возможно. Я обычно редко, когда стараюсь какие-то каверы снимать, когда я что-то снимаю. С какой-нибудь стороны, точнее, которую не вижу, не сниму, а с других поснимаю. Вот. Теперь поехали на наш новенький остров. Покажу вам, что же там изменилось. Сильно не пугайтесь. Но я постарался чуть-чуть. Та-дам! Смотрите, какая красота. Расширил в разные стороны остров. Установил небольшое количество машинок. Вот наша башенка с энергией. Здесь у нас этот космический лифт. Я решил новый, как я и говорил, новый скрафтить и поставить. Подключил сразу МЕ. Аккуратненько так облагородил. Небольшое количество каналов сделал. Думаю, зачем мне тут слишком дофига? Вот этого, думаю, будет более чем достаточно. Поэтому такая вот красотулька стоит. Вообще, по кайфу, если честно, было все делать это. Ну и тут, конечно, сопроцессоры поставил тоже. Диски пока стоят пустые. Потом в конце сам будем переносить ресурс наши. Здесь у нас стоит выработка энергии. Пока без МК-5 и без МК-4, но будем вот здесь это все дело производить. Поставил пока 3 тира, но третий пока еще не собран. Успею, думаю, это все настроить, создать. Но зато будет создаваться здесь все и сразу запитываться. И наши накладаховые станции будут работать в полном объеме. Только, конечно, с этим надо будет поиграться еще. Все-таки там много компонентов, которые нужно докрафчивать. Ну и вот здесь поставил Research Station. Сразу следующую. Ну, это нужная вещь, которая нам хоть как потребуется. Поставил сразу 2 уровня и запитку на Research Station с правой стороны. Но еще слева я ставил место, конечно же, еще по 2 таких, на всякий случай, если на то потребуется. Чтобы можно было их воткнуть просто и подключить. Ну, то есть, чтобы не освобождать место. Главный блок сюда перенесется, когда буду переходить с той базы сюда. Воткну его, и будет он работать здесь. Пока там все работает, и пусть работается. Аккуратненько тут все поставил по трансформаторам, что это все дело запитывалось. Ну, как-то так. И снизу, конечно же, тоже. Пока что у меня все через мультиблочные такие трансформаторы передается энергия. Да, вы мне пишете про... лазерные трансформаторы, но... Ой, ну передачу энергии, думаю, потом. Это у нас главная ветка, которая отдает энергию. А вот желтый провод — это приемщик энергии, который будет принимать энергию и в нашу батарейку отправлять. Он, видите, как тут подключен к с 3 позициях и запитывает все накладаховые реакторы, чтобы запитывать нашу основную батарейку. Тут у нас будут уже стоять многоблоки. И туда уже пока чисто прямая такая настроена. Ровно по центру стоит чанк лодер. И вот она, наша батарейка. Большая-большая. Пока тут как-то примерно так хотя бы считываю сигнал, но потом что-нибудь с этим делом придумаю еще. И вообще, нужна ли там нам такая большая батарейка? Но ладно, пусть я заполню, пусть будет. Почему бы и да. Хочу, чтобы такая просто длинная палочка стояла. Ну и тут у нас Space Lift, блин, элеватор. Пока он тоже не запущен, пока все дело это подключил. Поставил здесь тоже Research Station. Это все дело, конечно, еще пока не дособрал, но уже все вот эти прогнозы, что, че, где, куда, воткнул. Без энергии, конечно же, это все дело работать не будет. То есть нам главное сейчас запустить батарейку, поставить батарейку, собрать, залить энергию, на квадаховую жидкость, запустить и все. И потом уже можно будет тут уже запускаться, чуть-чуть что-то делать. Тут места больше, в разы больше, чтобы можно было играться вот с этими трансформаторами. Но в будущем, наверное, перейду все-таки на беспереводную передачу данных. И, дай бог, будет получше играться. Посмотрим. Эх, классно. Места много. ППС хороший. МЕшечку, как вы видите, здесь подключил. Аккуратненько так все поставил. Посмотрим, как это все дело облагорожим. Может быть, все-таки пародию какой-то базы здесь сделаю, а не просто так, чтобы была гладкая поверхность. Вот эти все многоблоки я буду, конечно, переносить, но я, наверное, их тут оставлю, там новые воткну. Рецепты потом буду отсюда уже в конце переносить. Главное там воссоздать все, что нам нужно, и уже потом переносить в конце рецепты, ну, в самом конце рецепты, а потом уже эти ресурсы. Некоторые многоблоки нужно будет, может быть, увеличивать, как вот ассембли лайны. Что-то еще. Блин, ну, переносить много чего придется. Вот это точно трогать не буду. Пусть батарейка стоит. Может быть, что-то тут еще нам пригодится в будущем. Кто его знает. Не знаю насчет химии вот этой. Нет, химия у нас будет по-другому делаться. Но нужно будет много всего переносить. Всякие детальки. Блин, я пугаюсь от этого всего, как это все опять заново настраивать. Но зато, я надеюсь, сделаю это все очень комфортно. Так, что у нас здесь? Ага, крафтится надолго. Ух, ну тоже, ладно, подождем. Ага. Вот почему так долго крафтится. Фосфор создается слишком долго. И две батарейки уже должны у нас крафтиться. Ну, что-то какая-то тишина. Что-то опять где-то забилось. Так, это не жидкость. Что тогда? Тританиум. Да, он в первом слоту. О, а почему тут два мейнфрейма? Во-первых, там 4, во-вторых, я настраивал 1, 2, 3, 4. Уже вот косяк, вот почему не создается. Ха, еще номер 1. А, вот почему. Опа. Че? Какого черта тут батарейка делает? Вот. Тут еще батарейка. И 3-я. 4-я. 5-я. 6-я. 7-я, 8-я. О. 8. Так. То есть не все еще ресурсы пришли. 8 батареек. Он... Блин, там стоит опять эта чертова функция. Ненавижу ее. Который может любые... Ну, все, что хочешь, грубо говоря, подставлять. В нашем случае 8 батареек. Он использовал вот эти... обычные. А нам нужны вот эти зелененькие. Блин, надо перелопачивать это. Так. Снизу прикольный рецепт. Energy cluster, да? Угу. Причем вот еще капсулы стоят. Блин, надо перелопачивать. Вот эти, видите, 8 штучек. Они вот из этой Ore Dust подставил другие батарейки. Оп, теперь пойдем мы через жидкость. А то там капсулы стояли, это очень плохо. Так, а здесь-то, блин, Witwire нам нужен 1, 2, 3, 4. Но это как-то пишется по-другому. Я забыл, если честно, как. Сейчас посмотрю. Ну, в общем, снимаю это все и переделываю рецепт, как нужно. Так, и теперь смотрим. Вот. Вот теперь смотрите, сколько крафтов. Вот. А это еще удивился. Что-то так мало всего нужно, чтобы это все, ну, такие батарейки сделать. Ну, смотрите, сколько жидкости, сколько предметов, сколько всего. Ого, капец-то какой. Жесть. Но вот это все нам нужно будет скрафтить, чтобы сделать батареечку. Вау. Классно. Стартуем. Да ё-моё. Как всегда, что-то уже убежало из МЕшки. О, крафт пошел. Блин, ладно. Шаблон вернем. Во, вот это другой разговор. А тут там что-то одно, второе, третье докрафтится. Ух. 3790. Крафтить таких обычных. Вау, вот это циферки-то. Ну, в общем, пусть это все дело скрафтится. Как только все доделается, я обязательно сразу к вам вернусь. Ну что ж, наконец-то эта чертова батарейка скрафчена. Вот она. И даже квест я завершил. Классно. Были трудности, очень долго крафтилось из-за множества, опять же, недочетов. Первое, вот в этом рецепте я допустил ошибки. Забыл указать разные имена. В итоге в одном слоту все стояло. И здесь вот нейтрони по 32 штучки, а у меня в один стек все пришло и все, конец. Пришлось тоже переименовать. Но это мелочь. Самое большое, самое такое противное, с чем я столкнулся, это вот с этим. Это у нас наносиркуиты. То есть слайсер порезал наносиркуитку, и вот такое вот название получилось. В итоге вставил сёркетный ассемблер, и он нам ничего не производил, потому что не знает, что это такое. Как-то она там не контачит, и в итоге у меня наносиркуитки там не создавались. Пришлось сделать обычный крафт, поставить его сюда, вот сюда, и по одной штучке создавать. Это я случайно закинул. Так. Это что-то с чем-то еще были проблемки, я уже не помню. Но, ладно, квест мы выполнили. Та-дам. Теперь нам нужно будет сделать Ultimate Capacitor. Соединить. И все. Та-та-та. Космические нейтроны. Все фигня. Че? Ё-моё. Я-то думал, она последняя. Кстати, вот сюда потребуется одна штучка. Ну, значит, еще одну поставлю на крафт. Жесть какая, ты куда? Еще выше есть. А, хармония. То, про что вы говорили мне на стримах. Ты, наверное, последняя, да? Еще нет! Ерор, тир, ерор, ерор. Прикольно. Ё-моё. И это уже будет последняя. Круто. Так. Ну, с этой батарейкой что будем решать? Я уже закинул, ну, точнее, создал рецепт. Просто так вот сделаем. Сейчас оно соединится. Еруштир. Прикольно. Так. Кстати, в это время, пока она крафтилась, ну, как сказать, я не все время был у компьютера, ничего не мог сделать. Либо был, я занимался другим. Пока она крафтилась, и опять на той базе ходил, расставлял уже машинки. Вот эти все машиночки. То есть вот эти. Я их пока отсюда не снимал. Там чисто, знаете, просто поставил кейсинги и обложил их и, ну, этими блоками, из чего они состоят. То есть не ставлю там ни input bus, ни muffler hatch, ни energy hatch. Ничего не делал. Чисто просто их создал, поставил и все. Больше ничего. Но еще, думаю, успею. Спешить пока нам некуда. Так. О! Скрафтилось. Прекрасно. Ну, продолжения нету, но чувствую, раз там есть синяя, там фиолетовая или какая там, то будет здесь еще что-то. Однозначно будет. Но, видимо, мы еще... Ну да, мы еще SMD-шки новые не сделали. Думаю, надо как-то позаниматься ими, но успеется. Так, мы это сделали. Хорошо. Погнали сюда. Как раз покажу. Расскажу, что тут происходит у нас. Та-та-там. Вот оно. Крыло первое наше. Сделал так по минимуму. Если что, всегда смогу расшириться. Ничего в этом страшного нету. Машинок поставил куда больше, чем был. Вон те же самые лазерхэтчи. Видите, сколько? Могу туда их, туда, как мне захочется. Я хочу с этим очень сильно запариться. Мало где соединял в одну стенку. Ну, тут, конечно, вот порой есть чуть-чуть. Ну, их так, по минимуму. И так машинок больше, чем нужно. Вот. Примерно так расставил, пока еще ничего не собрано, как я и сказал, но успею, думаю. Потом это все МЕ подводить, энергию подводить, рецепты перекидывать. Ну и все по факту. И можем тут уже жить. Останется ячейки закинуть и все. Главное сейчас вот с энергией тут подзапариться. Начну с самого низа. Пах. Чуть-чуть есть у меня, конечно, тех, что мы использовали там. Сделал просто башенку, как я это люблю. Надеюсь, хватит. Или поменьше придется сделать. Ну, думаю, ничего не страшно, если будет меньше. Ё-моё, ну не настолько же меньше. Ну, знаете, на один ярус меньше, ничего страшного. Устал их крафтить. Узбагойтесь. Думал, по моим подсчетам, что все норм. Но я просто, если честно, мне лень ждать, пока еще там накрафтятся они. Это у меня там не хватает уже полибензимидазола. Надо срочно химию. Вообще, у меня просадка по всей этой химии. Ужас какая. Надо апгрейд делать. То, сколько там ее производится на первой базе, вообще ужасно. Катастрофически мало. Ух. Ну, давай. А, что давай ты? Хотя нет, все норм. Energy hatch стоят. 100% maintenance hatch нужен. Да, вижу, нужен. Я потом это законопачу. Просто сейчас у меня настройка еще всего этого дела. О! Так, теперь сюда. Сюда. Включаем. Вау! UHV. 1 detected. Wireless mode. Disable. Как много информации. И как много тут всего. PyPlus. По 7 миллионов буду лишние. Ну, уходить, короче, на поддержание. Пофигу. Это копейки. Копейки. Нет. Ну, по факту... Блин, бог с ним. Так. Прикольно. Вот информация всякая интересная. Так, ну и чё? По факту все. Мы запустили... О, уже не 7, а 1 миллион. Теперь что нужно? Теперь нужно это как-то дело запитывать. Для этого нужно будет сюда жидкости подводить. Но опять же... Хотя нет, пока что можно будет через... Короче, да, с той базы буду сюда пока жидкости через... эндерчесты перетаскивать, пусть запитываются. Потом уже в будущем, когда все перенесу, буду уже сюда закидывать. Через, ну, с этой МЕ буду уже сюда все запихивать. Сейчас пока через эндерчесты. Ну а что, сидишь ждать, что ли? Надо это все настраивать. Надо, чтобы уже копилась энергия. И она будет долго-долго здесь копиться. Кстати, оп. Инверт. Во. Ну, отсюда будем брать сигнал и раскидывать по базе. Хотя смысл от этого? Эти всегда будут у нас работать, мне кажется. Может, максимум до них донесу и все. Кстати, буду на МК-4 все это дело запитывать. МК-5 пока подождет. Но на МК-5 мы точно перейдем однозначно. Надеюсь, вам нравятся вот эти все перестройки, переделки. Стараюсь как могу. Пишите комментарии. Вот, как, какие-то там цвета плохие взял, там как-то строишь неинтересно. Все как-то плоско, слишком много машинок. Ну, не знаю, что-нибудь там. Типа показываю всю настройку, как тут все это устанавливаешь и так далее. Не знаю, что-нибудь, но просто пишите. Я люблю читать комментарии и, конечно же, отвечать. Ну, что-нибудь для себя подчеркивает этого. Поэтому жду вас в комментариях и в следующей уже серии. Ну, а с вами был Милтен, и до скорой встречи. Всем пока.